Група спеціалістів зі штабу АТО «Сармат» відправляється на передову, аби допомогти українським воїнам в облаштуванні позицій. Зараз ми на короткому перепочинку та перевіряємо свою амуніцію. Разбито, где факел был. Факел, я понял. Могут оттуда заехать с горла перемонтировать. То есть тоже их не выпашним. Я командир ВОП 317 Кировского территориального батальона, который сейчас отдельный мотопехотный 17-й батальон. Зовут меня Александр, позывной код. Не стоит доверять ни слову людей, которые себя называют Новороссией, ни слову тех наемников с России, которые работают против нас на той стороне. Яркий этому пример. Вчера мне показали репортаж Live News. Вот мужчины отвечают за свои слова, я отвечаю за свои слова. Было открыт огонь по нам со снайперских комплексов 12,7 и тяжелых пулеметов крупнокалиберных. Естественно, мы получили добро, открыли огонь на подавление этих огневых точек. Значит, смотрим Live News, приехали красивые корреспонденты и показывают только ответную нашу работу, кричат, что мы нарушаем мире, что мы стреляем, что мы не держим договоренности. А то, что уже 6 дней против нас работают группы со снайперскими комплексами, то, что по нам стреляют минометы, то это, естественно, нигде ни о чем не говорится. У нас таких комплексов нету. Это комплексы российской разработки, которые используются спецподразделениями армии РФ. Для того, чтобы стрелять с такого комплекса, необходимо очень долго и специфическое обучение этого расчета. Это не один человек, это минимум двое. Наводчик, корректировщик и снайпер. Поэтому говорить о том, что это какие-то студенты из Горловки научились, пошли защищать Родину, это те люди, которые имеют хоть какое-то понятие о военной технике, об вооружении, этому никогда не поверят. Бандурченко Олег Миколаевич, Дніпропетровська область, місто Вільногірськ. Мені 55 років, я прийшов добровольцем, для цього доводилось відновлювати військовий облік. Прийшов до війська, тому що мій син контрактник, він воює. Почалася така нездорова ситуація в нашій державі. Син воює, повинен і батько воювати. В останній день, коли наш призов, нашу команду відправляли з воєнкомату, один із чиновників воєнкому зайшов і запитав, Почав проводити перекличку і запитав, так, скільки тут добровольців, скільки тут людей, призваних за повістками. І молода людина, 25-річний хлопець, сказав, ми тут всі добровольці, тому що люди, які взяли повістки, люди, які прийшли самі по собі, вони прийняли своє рішення. І фактично бойовий дух нашого підрозділу, бойовий дух людей, які якийсь вже певний час провели на фронті і розуміють серйозні ситуації, надзвичайно високий. Я про це можу сказати з великою мірою впевненості і правди. Ну що, слава Україні! Героям слава! Героям!